Еще недавно COVID-19 вводил россиян в панику. Люди были вынуждены носить маски и старались не выходить из дома без экстренной необходимости. Но уже сейчас на смену коронавируса пришел новый штамм гриппа. Штамм H1N1, который так встревожил население и наделал много шума в 2009 году, снова вернулся. За последнюю неделю в Татарстане было выявлено 47 случаев заражения свиным гриппом. Среди штаммов гриппа, которые в этом году будут поражать население России, Татарстана в частности, их несколько, но есть достаточно один опасный. Это родственник свиного гриппа, так называемый штамм H1N1. Не совсем такой, какой был тогда, но тем не менее очень похожий, и в среднем тяжесть заболевания, она, конечно, в этом году ожидается более высокой, чем была, например, там, несколько лет назад. У H1N1 симптомы типичны для обычного гриппа. Головная боль, высокая температура, ломота в теле, сухой кашель. На вопрос, как проходит само заражение вирусом, специалисты отвечают просто. Вирус гриппа относится к ОРВИ, то есть острым респираторным вирусным инфекциям. И как любые ОРВИ, он передается в первую очередь воздушно-капельным путем. То есть человек вдыхает мельчайшие частички аэрозоля, например, частички слюны, когда люди разговаривают, и вирус попадает в верхние дыхательные пути. Также эксперты считают, что были готовы к приходу штамма и заранее разработали вакцину, которая поможет перенести эпидемиологическую ситуацию легче. Сейчас находящиеся в обороте вакцины предназначены для обострившегося H1N1. Вакцина значима, и это доказано, снижает вероятность заражения гриппом. Да, и более того, еще более значительно влияет на то, насколько тяжелыми будут проявления гриппозной инфекции, если она все-таки через вакцину пробилась. Вакцинированные люди болеют значительно легче и значительно реже, чем невакцинированные. Чтобы защитить себя от заболевания, врачи советуют придерживаться простых правил. Больше гулять, соблюдать режим дня, проветривать помещение и не забывать про вакцинацию, которая является самым эффективным способом обезопасить себя и своих близких. Напомним, что привиться можно в униклинике Казанского федерального университета. Обязательно предварительная запись по телефону 233-3000. Аделина Абдрахманова, Никита Акиньшин, Универньюз.